Весна для садоводов и дачников начинается с уборки земельных участков. Старые ветки спилить, сухую траву собрать, а мусор сжечь. Именно в дни субботников у пожарных прибавляется работы. По невнимательности людей уже свыше 13 тысяч квадратных метров в республике были поражены огнем. Сжигать мусор возле сел и деревень, на землях сельхозназначений, возле авто и ЖД дорог запрещено законом. Но жители по-прежнему избавляются от сухих веток и травы дедовским способом. За последнюю неделю уже было 22 выезда по тушению пала сухой травы. Требование о запрете, оно было введено еще в 93 году в правилах пожарного безопасности Российской Федерации. Ущерб наносится нашей технике, тратятся горючие спасательные материалы, личный состав задействован на тех мероприятиях, которые, в принципе, они не носят такой оперативный характер. То есть в данный момент может возникнуть пожар, где необходима действительно помощь будет гражданам или лицам преклонного возраста, но мы в это время будем находиться в поле, допустим.